Где деньги? Несмотря на недавнее заявление главы Нацбанка о том, что меморандум с МВФ вот-вот подпишут, а транш уже на подходе, сегодня выяснилось, что документ еще даже не готов. По крайней мере, так утверждает вице-премьер Павел Розенко. По его словам, дискуссии продолжаются, в том числе и вокруг пенсионной реформы. Но какой именно пункт пенсионный возраст, стаж, норма о работающих пенсионерах стал камнем преткновения, Розенко умолчал. Конкретики услышать от него не удалось. Наше завдання – побудувати сучасну, справедливу пенсійну систему. І, безумовно, на обмеження прав або пенсіонерів, або працюючих громадян ми, безумовно, не підемо. Процес іде, дискусії, де я знаю, що міністр фінансів України має летіти в Сполучені Штати Америки для проведення переговорів. Так все же, когда состоится визит? Будет ли он? И правда ли, что текст меморандума все еще не согласован? С этими вопросами мы днем обратились в Министерство финансов. Давать комментарии там отказались. Ну, я надеюсь, что ответы на наши вопросы услышу от замминистра финансов. Уже скоро он будет гостем программы «Черное зеркало».